большой запрос на зеленение, на фонтан, на... А что еще было? Что очень, да, просили. Да, розочки, друзья, да, и озеленение. Относительно погоды, да, что... и здесь должна быть экспозиция. Да, нам где, наши места где. Ваши места, как раз вот если вы про зоны, если вы про зоны тихого отдыха, то есть вот прогулочные аллеи, и по всему парку есть зона тихого отдыха, скамейки, вот можно посмотреть, с другой стороны смотреть, да, если. А здесь зона, кстати, как раз, как вообще сюда, вообще лучше не заходить. Да, все, все упало. Игровая зона, входная зона, где с фонтаном, такие модульные навесы, где можно посетить там качели, скамейки, какие-то исторические экспозиции, знаете, там про историю города, еще про что-то. Это может быть даже продолжение вот аллеи вечно живущим, какая-то вот такая историческая зона. Вот молодежная зона тут. Все года, все велосипедисты, там скейтеры, посидеть, еще поесть, какой-то трек, чтобы себе что-нибудь поесть.